Как почистить глазки животному? И нужно ли их вообще чистить? У животных может вот в этих вот местах скапливаться содержимое. Сухие такие корочки небольшие. Является ли это болезнью? Нет, это не является никакой болезнью. Это является естественным процессом выделения с глазок. Почему животное не убирает эти корочки? Потому что оно считает, что это его запах, его родное, и что никакого вреда оно ему и в принципе не приносит, так оно и является. Но если вам не нравится, что эти корочки присутствуют, то в принципе у моих кошек, у некоторых такое тоже есть, и у стареньких. Хотя вроде как они вылизываются и умываются там лапочками, но корочки образуются. Их можно просто склопнуть, конечно, вот так вот, а можно глазки помыть. Мыть глазки нужно лосьоном для кошек. Я вам покажу, как это можно сделать. Мы берем котенка. Одной рукой крепко фиксируем его за холку. Берем лосьон. У меня вот такой лосьон Global Vet. Мне он нравится. Далее капаем просто вот так. Котенок будет дрыгаться, возможно. И вот так вот глазик массируем. То же самое делаем с другим глазиком. Капнули, попало средство, вот так помассировали. Если котенку не нравится, можно его пеленать. Помассировали лишнее, убрали тампончиком. Все. Если вот в этих вот местах, собираются корочки, ничего страшного в этом нету. Ну не так страшно было, не так страшно. Вот и все, выпускаем. Вот так вот мы зафиксировали котенка в полотенце, плотненько. Далее точно так же делаем. Оттягиваем и промываем глазку лосьончик. Что попало, то попало, остальное сбежало. Несколько капелек капнули. Вон, видите, он остается жидкость. Ничего страшного нету. Лишнее убрали. Вот так вот помассировали глазоньки. И все. Котенок может бежать дальше. Просто его разматываем. Вот видите, он как лялька запеленный. Разматываем. И все, котенок может бежать дальше. Вот так вот. Бегим. Точно так же, как вы промываете просто так глазки лосьончиком, даже в целях профилактики, ничего страшного в этом абсолютно нету, вы можете закапывать капли в глаза, если вам прописывает доктор. Процедура несложная, я показала вам два варианта, пользуйтесь удобным вариантом, который вам больше всего понравился. В другом видео я вам расскажу, что происходит с кошками, когда у них глазки текут, что в этих случаях нужно делать и что это такое. Если видео было информативным для вас, ставьте лайк, подписку. Барбарис и Риска. Пока-пока!